Президент посещает наш город с рабочей поездкой. В программе сразу два предприятия – Белшины и Бобруйск-Агромаш. Здесь Александру Лукашенко расскажут и покажут, как выполняются программы по импортозамещению. Вместе с главой государства приехали руководители крупнейших промышленных предприятий Беларуси. Белавия ввела онлайн-платежи по картам МИР. Главный плюс в том, что если наши банки отключат от SWIFT, кредиткой все равно можно будет пользоваться как в Беларуси, так и в других странах. Пассажирам сейчас также доступны системы Visa, MasterCard и BillCard. В Беларуси за прошлую неделю утонуло 30 человек, в первый день лета 42, среди них 3 ребенка. Основная причина – беспечность, алкоголь и несанкционированные пляжи. Спасатели напоминают, плавать можно только в специально оборудованных местах. Особое внимание – детской безопасности. ГАИ на выходных усилит контроль. Акцент наряды ДПС сделают на бесправников и нетрезвых водителей. Госавтоинспекция призывает сообщать в милицию о нахождении в состоянии алкогольного опьянения на дороге водителей, пешеходов или велосипедистов. Штормовое предупреждение из-за гроз объявлено в Беларуси на пятницу. На большей части страны возможны кратковременные дожди. Синоптики прогнозируют, что к концу недели ненадолго вернется жара. В воскресенье будет до плюс 28.